Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 2. В горах до минус 8. Днем воздух прогреется до плюс 16. И местами плюс 5, плюс 10. В Черкесске без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью до минус 3. Днем 13-15 градусов тепла. Завтра росгвардейцы отметят свой профессиональный праздник – День вневедомственной охраны России. Подполковник полиции Олег Тибуев, который занимает должность заместителя руководителя ОВО по Черкесску, стал гостем нашей программы. Фатима Даурова узнала у него, кто несет дежурство на ночных улицах и охраняет объекты круглосуточно, и как лучше всего защитить свое жилье от воров. Олег Сергеевич, здравствуйте. Спасибо, что вы согласились с нами провести эту беседу. И мой первый вопрос будет такой. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям о задачах вашего ведомства. Основными задачами отдела вневедомственной охраны являются недопущение краж сохраняемых объектов, охрана объектов, квартир по договорам, ну и еще охрана общественного порядка. И пару слов вообще об охраняемых объектах. И были ли случаи вот за отчетный период нажатия тревожной кнопки? Отделом вневедомственной охраны по городу Черкесску в данное время охраняется 282 объекта и 942 частных домов, квартир, хозорганов. За истекший период, за 9 месяцев работы отдела вневедомственной охраны, был случай по улице Магазинной, магазин продукты, хотел проникнуть вор. Данный нарушитель был задержан, доставлен в УВД. Правонарушитель в магазине продукты разломал стену и хотел украсть денежные средства и продукты. Да, он был задержан. В преддверии нового учебного года какие мероприятия были проведены в образовательных учреждениях города Черкесска? Ежегодно мэрии муниципального образования города Черкесска в преддверии нового учебного года создаются комиссии из числа сотрудников ФСБ, МЧС, отдела вневедомственной охраны и РОВД. Данная комиссия ездит по всем учреждениям учебным и доучебным учреждениям, проверяют работоспособность охранно-пожарной сигнализации и также обследуют на предмет антитеррористической защищенности данных объектов. За этот год наши сотрудники обследовали все школьные и дошкольные учреждения города Черкесска. Также после этого каждые полгода наши сотрудники выезжают на школы, детские сады для проверки работоспособности тревожных кнопок. Также в этих школах, садиках имеются охранники, которые ежедневно, каждое утро созваниваются с дежурными пультом управления и проверяют на работоспособность кнопки тревожных сигнализаций. А сколько в городе работает экипажей и как быстро ваши сотрудники реагируют на вызов? Ежедневно по городу Черкесску отдела вневедомственной охраны заступают 4 экипажа. 9 сотрудников выезжают по местам несения службы и при срабатывании на объекты выезжают незамедлительно, кратчайшими путями и приезжают за кратчайшее время. Ну, в основном 3-4 минуты экипажи выезжают на срабатываемый объект и квартиры. Также они патрулируют по городу, чтобы не было нарушений общественного порядка. 27 числа вы отмечаете свой профессиональный праздник. Что бы вы могли пожелать своим сотрудникам и коллегам в такой знаменательный день? Спасибо за вопрос. Спасибо за поздравления с праздником. Вы знаете, я вот работаю с 2001 года в отделе вневедомственной охраны. И за время
вот сколько я проработал, сделал здесь. Я ни дня не жалею, что я работаю в этом отделе охраны. Хочу всех поздравить с праздником. Наши сотрудники выполняют свою работу отлично. Никаких нарушений у нас среди сотрудников отдела нет. Хочу пожелать им в это нелегкое время с этой пандемией здоровья. Главное, чтобы были здоровы все. Всех с праздником. Спасибо вам за интересную беседу и удачи вам в вашей нелегкой работе. В рубрике «Наше наследие» сегодня мы расскажем вам о Шаонинском храме, возведенном еще в X веке на территории нынешнего Карачаевского района. Памятник оланской архитектуры – один из древнейших христианских сооружений в нашей стране. А подробности в материале Шерифат Лепшоковой. Здесь, на левом берегу реки Кубань, над селением Каста-Хитагурова, высится скала Шуана, на которой расположен тысячелетний храм, называемый Шуанинским, иногда Хумаринским или Георгиевским. Но почему так разнятся названия? За свою многовековую историю храм претерпел множество изменений, в том числе и в своем названии. До появления новых населенных пунктов поблизости находилась только Хумара. С возникновением во второй половине XIX века Георгиевско-Осетиновского храм стал носить название этого поселения. Сейчас сооружение вновь широко известно как Шуанинское. Есть несколько версий этого слова. По мнению одних ученых, оно означает «седло». По мнению других, это перевод с карачаевского со значением чего-то сверхъестественного. Естественного. Но в чем нет сомнений, так это в том, что строился храм по канонам византийской церковной архитектуры. Мастера также были византийцы. Им пришлось изрядно потрудиться, чтобы возвести сооружение на вершине скалы. Стены храма сложены из местного камня на известковом растворе, освещался он узкими окнами. Построили его с миссионерской целью для проповедования и обращения коренного населения алан в христианство. По мнению историков, удалось это сделать только частично. Если элита приняла новую веру, то остальная часть населения осталась по-прежнему в язычестве. Архитектура здесь была прямоугольная. Вот это вот, видите, пристройка вот эта? Ну, типа прихожей, да? И с той стороны их не было. А их построили уже, когда здесь был монастырь. Монахи пристроили. И самое интересное, вот этот раствор, который был, которому 1000 лет, ножом с трудом ковыряется, этот, который монахи построили, его можно пальцем шелушить. Тогда строили вот так добротно. Ну, говорили, что рецепт такой, что за раствор делали на бычьей крови. В общем, разные легенды ходят. По словам грузинского географа и историка 18 века Вахуште, в храме долгое время располагалась кафедра хумаринского епископа. С падением Аланского государства ситуация изменилась, и много веков на скале Шуана были развалины, пока в конце 19 века не был основан мужской монастырь, просуществовавший до послереволюционных лет. Интересные находки вокруг Шуанинского храма. Исследователи обнаружили наземные и подземные каменные гробницы и кресты, некоторые с греческими надписями. Найдены были и искусственные пещеры небольших размеров с открытой передней стенкой, которая после погребения закладывалась камнями. Но какова причина возведения сооружения именно в этом месте? Неужели из-за горного пейзажа, от красоты которого сложно оторвать глаз? Ученые-археологи дают несколько ответов. В первую очередь, с большой скалы просматривался хороший обзор. Также через это место проходил и маршрут Великого Шелкового пути. Но есть еще и третья версия. На вершине вот этой скалы, на самой вершине, есть тисовая роща, реликтовая. Там море ландышей. Я старшеклассником туда ходили на выпускной вечер, ландыши собирали. И там вырублен в скале большой, такой приличных размеров бассейн. В скале вырублен сплошной. Я думаю, это на случай необходимости укрыться. А туда можно было подняться. Вот эта тропинка идет туда, к подножию. И там может один человек от целой армии оборонять вот эту тропку. Потому что там надо только стоять, камни бросать. Сегодня храм переживает еще один виток в своем развитии. Здесь проходят службы, празднуется почитаемый осетинами праздник День Святого Георгия. Ежедневно это место посещают туристы. Шуанинский храм напоминает всем о богатом историческом наследии народов республики, перед которыми стоит непростая задача – сохранить тысячелетний памятник аланской архитектуры для потомков. Шерифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. На территории Карачаево-Черкесии немало исторических памятников. Проезжая через станицу Красногорскую,
гости республики останавливаются возле сторожевой башни XIX века. Она является главной достопримечательностью станицы Красногорской. Об этом в рубрике «Точка на карте» нам сегодня расскажет Карча Биджиев. Станица Красногорска расположилась на обеих берегах реки Кубань в Уджгутинском районе. Ранее она называлась Верхнениколаевская. Современное название дано по цвету окрестных скал. Красногорская была основана в 1861 году казаками Кубанского казачьего войска. Возникновение станицы непрерывно связано с историей превращения Северного Кавказа в территорию России. Станица Красногорска была основана рядом с военным Верхнениколаевским укреплением, построенным на берегу Кубани в 1832 году. Полуразрушенная башня сохранилась до сих пор. Крепость построена на крутом возвышении правого берега Кубани, рядом с военно-Сухумской дорогой. Она являлась сторожевым постом Верхнениколаевского укрепления в годы Кавказской войны. Жилые дома и хозяйственные постройки располагались за пределами крепости. От жилых домов к башне были проложены тайные тропы. Статус памятника архитектуры 18-19 веков Красногорская сторожевая крепость получила в 1974 году. На сегодняшний день она является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. Также имеются остатки моста, который был построен для удобного передвижения, но он был разрушен во времена Великой Отечественной войны. Мост, разумеется, перенесли с того места, где он разрушен, его спустили немножко ниже. Вот сейчас там современное построение. Ну, местные жители возвращаются сюда же. У нас даже сама школа на 80% из выпускников этой же школы, преподаватели, глава администрации. Даже сейчас вот в Дом культуры возвращаются выпускники школы, жители станицы работают. Вот обновлены дороги. Дорога у нас современного типа. Дом культуры. Но в связи с тем, что у нас многонациональная станица, а не казачья, как в былые времена, сейчас у нас вот новый храм построен. Это христианского плана, и также равноправно восстановлена мечеть. В 1920 году население станицы составляло 1478 человек. Сегодня в Красногорской проживает около 3600 человек. В основном люди занимаются животноводством и земледелием. Неподалеку от центра Красногорской, чуть выше по течению реки Кубань, ведется строительство ГЭС. В станице имеется детский сад, ребятишки охотно посещают дошкольные учреждения, отметила директор школы станицы Красногорской Надежда Бородухина. Мы сейчас стоим с вами рядом с современным зданием школы, а прежде это был... Была школа, состоящая из трех корпусов. Один из них здесь, для начальной школы, вот на углу, как раз по дороге в больницу. Другой основной корпус, большая школа была во дворе. Рядом с ней как раз поставлен новый корпус. Это все, что преобразуется. Раньше была староприходская школа. Постепенно менялись корпуса. После 1986 году была построена новая на то время школа. Сейчас же учебное заведение обновляется, делаются ремонты. Также открыт Центр гуманитарно-цифрового профиля «Точка роста». Преобразования также коснулись и Дома культуры. Раньше здесь был кинотеатр. Реставрировали и памятники воинам, землякам, не вернувшимся с войны, рассказала Надежда Бородухина. У нас еще была приемная поликлиника небольшая, а сейчас это современное двухэтажное здание со стационаром, с поликлиникой. Вот, благодаря стараниям и программам она обновлена. Вот, отремонтировано. Так что все условия, если раньше к врачам нужно было обращаться по Толпашинку, сейчас все есть свое. Замечательная природа и необыкновенные горы, к примеру, Джангур, высотой 1560 метров. На правом берегу горы ближе поступают к реке. В окрестности станицы находится и популярный красногорский нарзан, который пользуется популярностью не только у жителей республики, но и у туристов. Никто не проезжает мимо этого лечебного источника. Каждая точка на карте красива по-своему, и многие стремятся сюда, в край снежных вершин. Карча Биджиев, Роберт Джугутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Как познакомиться с техникой вышивания, лепки, плетения? В художественной галерее Черкесска студенты отделения декоративно-прикладного искусства Колледжа культуры и искусств проводили мастер-классы. К рукотворной красоте прикоснулась и Шерифат Лепшокова.
Четверокурсница Снежана Лукьянова с детства мечтала вышивать золотыми нитками. В колледже ее мечта сбылась, и не только это. Студенты получают образование по 14 специальностям, но к золотому шитью у нее особенное пристрастие. Снежана всем желающим показывает азы этой непростой науки. Вышивает она двумя нитками. В целях экономии раньше мастерицы оставляли золотую нитку сверху, а черную снизу. Эту технологию сохранили и по сей день. Девушка рассказывает, на вышивку одного орнамента при усердной работе уходит до недели. Как я говорила ранее, вышиваем мы двумя нитками, черной и золотой. Черная нить у нас находится под низом, а золотая сверху. Орнамент вышиваем мы иголку под иголку у нас наискосок. Чтобы орнамент был четче, выразительней, мы иголку под наклоном, держим под наклоном. Мастерицы признаются, за 10 дней, в течение которых они показывали мастер-класс, сами тоже кое-чему учились – методике преподавания. Чтобы научить новичка, нужен особый талант, доходчиво все объяснить. Судя по тому, с каким интересом люди посещали занятия, у девушек все получилось. Вероника Ибрагимова учила лепки. Было не так-то просто работать с маленькими скульпторами, но работа была ей в радость. Скульптура – она неотъемлемая часть искусства. Она позволяет нам не только увидеть, но и прочувствовать все... весь объем фигуры. А как научиться плести тесьму? Диана Беремкулова знает все премудрости этого дела. Секрет в ловкости рук. Кажется, эта девушка может сплести все, что угодно. Делясь своим опытом обучения, она рассказала, что самые любознательные на мастер-классах, конечно же, дети. Хотя моторика у них еще плохо развита, но неподдельное старание перекрывает все недочеты. Мне на первом курсе нравилось это плести, поэтому я решила, что я хотела бы показывать тесьму на мастер-класс. Менять для одежды. Да, вот украшение, как фенечка на руку. Примечательно, что 10-дневный мастер-класс проходил в стенах художественной галереи, где были выставлены работы выпускников отделения ДПИ за последние 2 года. Посетители могли не только что-либо изготовить, но и познакомиться с изделиями, выполненными руками молодых мастеров. Без преувеличения, каждая работа – произведение искусства, научиться которому нужны годы. Но мастер-классы студентов отделения декоративно-прикладного искусства могли помочь всем желающим познать азы этого нелегкого труда. Шерифат Лепшукова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия. Близятся выходные, и наш обозреватель Альбина Курочинова-Кенжева уже подготовила для вас подборку мероприятий в республике и киноновинок на большом экране. Ей слово. Доброе утро, друзья! Как ваше настроение? Вот какие мероприятия ждут нас. В картинной галерее республиканской столицы проходит онлайн-выставка, приуроченная ко Дню народного единства. А в Тиберде проходит экспозиция, посвященная поэту-просветителю Исламу Пашаевичу Крымшамхалову. И о кино. Российская премьера-комедия «Дракула» в главной роли шутник Михаил Галустян. Юрист Петр Смирнов приезжает в мрачное имение загадочного графа, чьи предки родом из далекой Трансильвании, чтобы оформить покупку дома в Москве. Любители ужастиков порадуют новинка «Хэллоуин убивает». Лори Страут и ее дочь Карен и внучка Эллисон заманили Майкла Майерса в ловушку и оставили гореть в подвале своего дома. Ну а юных зрителей и их родителей порадует мультфильм «Неисправимый Рон» про робота и его хозяина, который пытается научить своего друга тому, что умеет сам. На этом я прощаюсь с вами. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. Всего доброго и до встречи. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Ну а в 14:30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. До встречи. 4 ноября, в День народного единства, ВГТРК представляет всероссийский онлайн-марафон «Славься, Отечество». Летопись великой страны, мозаика религий и культур, имена выдающихся соотечественников, сплочение народов. Вознаменование грандиозных событий общей истории, праздничный телемарафон продлится 16 часов 12 минут и будет доступен на всероссийской мультимедийной платформе «Смотрим.ру», окружных телеканалах холдинга и всех электронных ресурсах региональных филиалов ВГТРК.